Окей, парни. Итак, народ, это Gmod Uno. Добро пожаловать. Это Джина, это запатентовано. Это Джина, и я хочу сказать, что это была моя идея. Я не хотел. Знаешь что, Ногла, возьми-ка еще две карты. Да, еще две карты. О, мой бог. Бери, бери. Команда R снова в пролете. Ох ты ж. Куда ты полетел? Клади карты. Положил. Это была худшая идея из всех. Что ты делаешь? Я играю, а ты что делаешь? Блин, ты в Гаррис Моде смотришь видео про то, как ты в Гаррис Моде смотришь видео? Да, это типа... Парни, мы собираемся отправиться в Италию или в Британию с Америкой. В Италию? Мне пиццу с водкой, пожалуйста. Почему ты говоришь как барак? Чего? Ты сказал барак? Ты сказал барак? Что еще за барак? Барак из Ирака? Может, хотя бы словак, а не барак? А как его зовут? Барат. Барат, а? Серьезно? Ты забыл? Парни, сюда, у нас собеседование на работу. Ладно, возможно, эта карта дерьмо. Кто там? Оу, это жесть. В последние 3 месяца тут загружали интересные штуки для сэндбокса. О, тут есть Уна. Сыграем в Уна. Это режим? О, мой бог, мы можем сыграть в Уна в Гаррис Моде, да? Тоже хочешь играть в крутые игры в Стиме? Но ты живешь в России и не можешь пополнить кошелек на аккаунте? Я покажу тебе, как это сделать просто, быстро, дешево и безопасно. Для начала по ссылке в описании заходим на сайт сервиса Купикод. Это сервис с самой низкой комиссией на рынке. Вводим логин от своего аккаунта в Steam. Сервис не запрашивает пароли и другие данные от аккаунта, только логин. Поэтому ваш аккаунт останется в безопасности. Вводим сумму пополнения кошелька и промокод «Перевод», с помощью которого комиссия сервиса снижается на 2%. Жмем кнопку «Оплатить». Вносим необходимые данные и оплачиваем заказ. Совсем скоро в Стиме стартует летняя распродажа, и в честь этого Купикод пополняет кошельки с рекордно низкой комиссией на первое пополнение. Используй мой специальный промокод, и комиссия составит всего 10%. Кроме того, на Купикод можно купить игры напрямую и получить их гифтом на свой аккаунт. Причем здесь доступны игры, которые в самом Стиме пользователи из РФ купить не смогут. А промокод «Перевод» поможет получить скидку 10% на заказ. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение и покупку. Также на сайте можно пополнять казахские кошельки в тенге и кошельки других регионов. Все ссылки и промокоды в описании под видео. Надо подготовиться. О мой бог, мы будем играть... В настоящей Уно? С настоящей колодой карт, используя физическую пушку? Это работает так. Сначала ее нужно положить типа вот так. Да, это колода. Нажимаем Е, чтобы получить карту, и теперь оп, это моя карта. Не может этого быть, чувак. Оу, ее еще нужно держать так, чтобы ты ее видел, а другие не видели. Почему ты так далеко? Луи, будет выглядеть лучше, если ты встанешь ближе. Нет, знаете что? Для меня так намного лучше стоять здесь. Ты просто не хочешь, чтобы тебя видели? Луи, я могу сделать платформу, на которой ты будешь стоять. Да, видишь? Мы не увидим твои карты. У меня опять карты склеились. Как их расклеить? Ты дурачок. Так. Я вижу, как ты ставишь камеру сзади, чтобы видеть мои карты! Да, не ставь камеру, чтобы увидеть его +4. Да! Окей, парни! Итак, народ, это Gmod Uno! Добро пожаловать! Это Джина, это запатентовано! Это Джина, и я хочу сказать, что это была моя идея! Ну да! Вот что происходит с тобой, если ты проигрываешь в Джино. Если тебе кинут +4, то еще могут и пострелить. Я немного подглядел в карту Эбона. О, ну конечно. Поставьте точки респауна. Кто охватит первым? Я думаю, ты, потому что ты больше всех рад. Твою ж за ногу, я не хотел быть первым, потому что у меня нет синих. Первый ход, и у тебя нет синих? Это смена цвета, ты можешь походить ею. Как ты узнал?
Мы будем тянуть, пока не достанем подходящую. По часовой стрелке. Ты первый, наглая. Если нет карты, то тянем только одну. Иначе это затянется надолго. Если по часовой стрелке я хожу. Ладно. Брайан зашел. Брайан, ты хочешь играть? Нет. Он смотрит в стену. Окей. Он такой, нет. Ладно, Венос, твой ход. Ладно. Брайан, хочешь раздавать карты? Погодите. Ага. Ла, у него есть. Ага. Ох, блин. Пусть будет зеленый. Есть зеленый, наглый. Сейчас ходит он. Ах, черт, у него зеленая шестерка! У него зеленая шестерка! Чувак, меня застрелили, как Мартина Лютера Кинга. У меня есть зеленая карта. Кстати, они слипаются, когда кладешь их друг на друга. Ништяк. Зеленая четверка! Луи, не испорти все! Какая у него была карта? Зеленый разворот хода. Окей, мой ход, у меня нет зеленых. Надо аккуратно, а тут много крыс. Тут слишком много крысенышей. Ладно, нормально. Брайан пишет мне, что у тебя. Брайан, какого хрена? Почему ты встал именно туда? Так беспалевно. У меня это все ошибки, понимаешь? У меня это все ошибки. Ну тогда ладно. Твой ход, есть зеленый, Венос. Мы играем с семерками и нулями. Что значит с семерками и нулями? Если ноль, то мы меняемся картами по кругу. Ты представляешь, сколько времени это займет? Так что никаких семерок и нулей. Слушай, чувак, все просто. Нужно просто брать по одной карте физической пушкой. Нет, погоди, мы можем меняться местами. Мы можем это сделать. О, да, точно, мы можем просто меняться местами. Ладно, да-да, семерки и нули. Юан бросил восьмерку. Твой ход, Луи, твой ход. Гляди, да ты, блин, шутишь. У него плюс 4. Погоди, я могу оспорить! Нет, бери 4 карты или клади плюс 4. Ты должен взять или подкинуть. Раз. Вот так, я помогу ему. Спасибо. 3, 4. Я помогу. Чую я, это будет капец тупо. Эй, не жульничай. Да, он показал мне тройку, он показал мне зеленую тройку. Я все еще учусь, чувак, сорян. Эту мы сдвинем сюда. Он пропускает, так что теперь твой ход. Какой цвет ты выбрал, Луи? Зеленый, потому что у тебя нет зеленого. Что? Капец, ты такой мудила. Ты просто чертов мудила. Какого черта? Давай, Венос, и не забудь сказать Уна. Зачем ты сказал? А, да, ты прав. Эй! Я возьму. Ау, что там у тебя? Что там у тебя? Ты не увидишь, Делириус. Только если... Что же там у него? Оу, Делириус, твой ход. Черт, твой ход, Делириус. Сорян, я случайно взял твою карту. Что? Это не моя карта, это твоя карта. О чем это ты? У меня никогда не было такой. Ты такой жопошник. Блин, у меня почти получилось это сделать. Бери 2. Ох, черт, Луи. Я подкину. Нет. Вы сказали, что подкидывать можно. Он подкидывает. Нет. Нет. Еще плюс 2. Давай, Венос, бери 4 карты. О, что это? Они остались на месте. Раз. Делириус, я умею считать. Окей. 2. Тише, Делириус. Давай. Мастер комментирования. Что, Луи, о чем это ты? Куда ты полетел? Какого черта делает Брайан? Я что, на OnlyFans, а он мой чертов фотограф? Делириус, ты пропускаешь. Я? Да. За что? Я ничего не сделал тебе. Ты пропускаешь ход. Я ничего не делал. Брайан, ты чертов. Я ничего не видел. Карликовый сучонок лепрекон. Я не видел желтую восьмерку. Они слиплись! Брайан, свали отсюда! Хватит летать тут, чертов мелкий сучонок! Я ничего не сделал! Что ты положил, четверку? О, я бы с радостью положил свою желтую восьмерку, если бы она не прилипла. Клади ее! Я не могу ее сдвинуть, она застряла! Просто возьми еще карту вместо той, которая она прилипла. Они слипаются, если их класть друг на друга. Ладно, я положу их. Хорошо, это законно. Я положу их и возьму еще карту. Окей, нормуль. Вы изменили всю игру! Замолкни! Так и есть! Кто-то другой мог вытащить ее! Это все часть игры в Джино, окей? Это часть Джино. Да, это один из ответов на вопрос, чем Уна отличается от Джино. Я видел карту, и они снова слиплись. О мой бог, наглая! Замолкни!
Стоп! Кто-то положил ноль? Да, я! Луи берет карту! Но ведь ноль означает, что мы должны поменяться местами, так? О, май бах! Не нравится мне это правило с семерками и нулями! Ну не знаю, я не вижу тут проблемы, Делириус. Ладно. Давайте. Мы снова двигаемся. Что это за шняга? Я же говорил! Уна! Блин, он сказал Уна. О, нет. Черт, я забыл, что у него. Ты не помнишь, что у тебя было? Нет, не помню. Я думал, там была зеленая. Давай, Ногла. Пожалуй, я похожу так, парни. Ну ты и дурачина. Упс. Нормуль, это нам не нужно. Смотрите, как они трясутся. Просто выброси их. Выброси их. Вот так. Чей ход сейчас? Сейчас твой ход, Венос. Делириус. Нет, ход Делириуса. Нет, Делириус только что ходил. Мы поменялись местами, теперь снова ходит он. Считай, что мы поменялись картами, а не местами. Делириус уже сходил. Это не важно. Ход перешел туда, где он сейчас. Послушай, если мы сейчас сделаем так, тогда каждый раз... Луи такой, тогда я сваливаю. Нет! Нет! Я к тому, что если мы... А чего я умер? Что меня убило? Ты заспавнил стиральную машину на мне? Ох, знаете что? Ладно, сейчас мой ход, Уна. Это неправильно. Сейчас мой ход. Луи сказал, что сейчас мой ход. Луи прав. А что не так? Или ты сразу передумал? Так чей сейчас ход? Сейчас ход Веноса. Ладно. Как это вообще возможно? Был ход Делириуса, он походил, и теперь ход Веноса. Вы на ходу выдумываете правила. Будем считать, что мы не видели эту карту. Вы же сказали, что я хожу. Короче, Венос, просто ходи уже. Оу, черт. Ты что, не можешь нормально попасть? Чувак, расслабься. Венос, бери две карты, ты не сказал, Луна. Бери две карты. Твою ж за ногу. Ты не сказал, Луна. Вот так. Ах, блин. Двойка. Карте место. Срань господня. Я больше никогда, 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 никогда не буду играть в это в моей жизни. Это была худшая идея из всех. Слушай. Слушай. Слушай, ман. Это вообще-то была твоя идея. Это буквально была твоя идея. Ходи уже, ман. Вот так. Бум. Черт. Так держать? Что? Какого? Как ты это делаешь? Это происходит по таймеру? Так, ладно, чей ход? Твой ход, потому что я пропустил. Он взял карту, так что теперь твой ход. Уна. Уна. Он сказал Уна. О, мой бог, чувак. Почему это происходит только со мной? Уна. Чувак, это все изменение климата, глобальное потепление. Уна. Ладно, что ж. О, нет. У тебя плюс два? Зеленый плюс два. Итак, плюс четыре. О, мой бог, Луи, он тоже подкидывает. Плюс шесть. Нет, нет, он еще не положил ее. Шесть карт, Луи. Нет, Нагло все испортил. Если я возьму, и у Веноса красная, это конец. Мы все еще хотим, чтобы ты взял шесть карт. Нет, нет, нет. Бери давай, я хочу посмотреть на это. Он не должен был делать этого, нам нужен был зеленый. Тогда бы я сделал вот так. Доставай карты и забирай их. О боже. Раз. Откуда они берутся? Плюс шесть карт. Отвечаю, это такая погода на этой карте. Два. Ах, блин. Почему это не сработало? Три. Цикунишка, эта карта не будет защищать тебя вечно. Четыре. Хорошие карты. Я хочу посмотреть. Пять. Шесть. Нагло, у тебя отличная синяя пятерка, синяя восьмерка и зеленая карта, зеленая девятка. Ты поставил камеру? Все это время эта камера смотрела на мои карты. Все верно, ты попал на шоу пранков Делириуса. Ага. И я все равно не выиграл. Вот именно. А, ладно, ходи, Венос. Ходи. Да, чувак, давай уже покончим с этим. Последняя карта. Последняя карта. Нет, не дай ему этого сделать. Слишком поздно. Блин. А вот и наш чемпион. Он чемпион. Первая игра в Уна, и Венос победитель. Что вы думаете об этой победе, сэр? Я думаю, это было неплохо. Ага-ага. Фото на память. Фото на память. Откуда тут эти бананы? На самом деле, мне даже понравилось. Это было весело. Это было непросто. Нормуль. Но, знаете, это было... В принципе, это была обычная игра в Уна.
Зато мы поиграли в Уно в Гаррис Моде. Ладно, я готов. Найдите настоящего Зойдберга. Так, погоди, погоди. Ладно, я готов. Зойдберг, Зойдберг, где-то здесь, где-то здесь. Где же настоящий Зойдберг? Кто же из них может быть настоящим Зойдбергом? Кто же это может быть? Может, это тот, на кого наводишься и написано «нагло»? О, да ладно! К тому же ты стоял по-другому. Смотрите, смотрите, смотрите! О, нет! Ах, черт! О, нет! Я улетел капец как высоко! О-оу, почему? Почему? Каждый раз! Погнали, я опять вылечу через крышу! Команда R снова в пролете! Охренеть! Что? Венос? Что это за хрень такая? Ау, я знаю, что это! Ау. Брайан, ты... Я хотел сказать, что ты опоздал, потому что он убрал башни. Ты удалил башни-близнецы? А-оу, Венос! Легендарный банановый автобус! Срань господня, чувак! Надо установить ускорители у него сзади. Мы загрузим ему на борт наши знания, чтобы он обучил пришельцев в космосе. Стойте! Что? Я же вернусь домой после этого! Да, конечно, да. Эй, эй, эй! Какого чёрта? Давай, Луи! Я отправляюсь на Луну! Он летит на Луну! Да! Да! Кажется, он немного не долетел до Луны. Знания. Пока, Луи, я рад, что знал тебя. Кто может сказать, куда... Стоп, что за... Какого хрена это было, чувак? Сначала это было так драматично. О, это лодка Иисуса, чувак, смотри. Ты хотел сказать «Ной в ковчег»? Что? 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 Я не знал, что ты работаешь в SpaceX, Делириус, это жесть. Мы просто обязаны снять эту сцену более кинематографично. Ой, ее надо удерживать! Да, удерживать, вот так. Это типа замедленное движение, как в Армагеддоне. Да, где они собираются сесть на комету? Вот так. Она выглядит нестабильно. Она максимально безопасна, я построил ее сам. То, что ты построил ее сам, пугает еще больше. Погоди, вот так. О, обезьянка готова отправиться в космос. Эй, Террорайзер, хочешь полететь в космос с обезьянкой? Да, погнали. Парни, вы готовы? Мы-то готовы, а Венос, прикинь, не взлетит. Это капец эпично. Запуск через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Отрыв. Срань господня. Она работает. Хьюстон, у нас проблема. Корабль разваливается. Ау, черт. Первая ступень отделилась. Да, они сделали это. Стоп. Они должны долететь до Луны. У нас тут. О, да. Да. Походу, мы даже не покинули атмосферу, чувак. Тут должна быть срезка, и дальше мы перемещаемся на карту с Луной. Что ж, ладно. Похоже, это все. Обезьянка улетела в космос. Он стал умнее в космосе.